Не справлюсь я без них. сентября, 21:18. Я, профессор Максим Минаев, начинаю эксперимент по нейротрансдукции. Уходит она от меня. Ага. Давай, попутного ветра. Итак, подопытное животное, шимпанзе Бонобо. Джига! Джига, иди сюда. Иди сюда. Хочешь? Ты мне тоже не нужен. Так. Подобный объект. Профессор Максим Минаев. Возраст 31 год, вес 1,75 кг. Точно поехали. О, черт! Уйди оттуда! Джига, я тебя прошу! Джига! Не смей ничего трогать! Мы с тобой серьезные ученые. Сегодня поздно обо всем договориться. Эй! Джига! Джига, я тебя убью! Не трогай ничего! Наверное, я умер. И это Хайтеграй. Да. Голый. Как Адам. Боже, я иду к тебе. О. Я что, уменьшился? Макс, ты гений. Мне нужна твоя одежда и байк. Как там первый на Луне сказал? Это маленький шаг для человечка, но огромный шаг для человечества. Джига! Приятель, я сделал это! Правда, не совсем. На помощь! Караул! Ну что, Сергей Николаевич, гномик больше не приходит. Вот и славненько.
выписываемся. Там маленькие космонавты. Извините. Выходи. Я тебя видел. Встань медленно, чтоб я видел твои руки. Ты кто? Бибигон? Тебя подарила бабушка? Послушай, мальчик.